Веселье у нас вечернее. У меня тут все шмотки на кровати. Подружка сегодня уезжала, и я свой гардероб перебирала, короче, чтобы отдать вещи ненужные ей. Вот. Егор. А нужные сейчас сожрет Егор. Поэтому я опять буду без вещей. Просто вещи такие накопились, которые я не ношу давно там или еще что-то. В общем, поперебрала и нашла. Он бриджи, свои шорты дома, что таскать. Сейчас буду уборочку делать. Поменяю постельное. Вот. Палас поменяю. Взяли сюда новый палас. Этот надо вытащить, постирать. Вот она, свындя-брындя тут ходит, моя злая девочка, укусила вот маму, она недавно, это Ракеля, да, Лакеля укусила маму, здесь то она маму укусила, за руку скажи, сто, кого нянчила, кого трогала, давайте порядок наводить, помогите мне, деточки, помогите, сейчас мы, говорит, тебе поможем, сейчас поможем, да, Ракель, поможешь, крыса пушистая? Или Егор маме будет помогать. Егор будет маме помогать. Ну, еще Ольнышки. Мама на улице и на улице. Сегодня гостей мы проводили. Да. И, наконец-то, мама с вами сегодня побольше побудет. Больше Юю в дом носить не будет пока что. Пока что. Что дальше с Юлей делать, я не знаю. И мой Егорыч. Такой холосый, такой милый такой вообще бывает иногда. Милый енотик. Блёха в маме выбирает, а мама ему блёха выбирает. Вот так, где там блёхи? Блёхи маму всю покоцали. Мамины срамы зазывать не успевали. Да, ой, сладенький. Ты когда хорошенький. Юля сегодня, подружка, зашла утром, а он её вчера вечером нападал, кусал. Она говорит, смотри, он сегодня меня не кусает. Я говорю, да-да-да, он ещё не проснулся, говорю. Шкаф закрыт. Там была ревизия сегодня. Там место, конечно, освободилось, но не для тебя, Егор.